Товарищ полковник, за время моего... Ну, что ты орешь? Ну, можно тебя спросить? Ну, что ты орешь? Ну, спят же солдатики. Ну, ты можешь спокойно? За время моего дежурства никаких происшествий не было. Ну, слава богу. Личный состав находится в ночном отдыхе в казарме. Ну, дежурный по части майор Кучкин. Ну, можно. Слушай, майор, а ты подумал, как нам в День защитника Отечества людей поздравить? Праздник для них устроить как? Так мы уже отметили... Уже отметили, товарищ полковник. Был усиленный праздничный ужин. Ну, конфеты, газ-вода, плюс лично я поздравил. Ну и как? Радовались там люди твоей газ-воде? Счастливы они были? Настоящую, человеческую радость на лицах этих самоотверженных людей ты видал? Сухарь ты. Ты людей-то ценить не умеешь, понимаешь? Иди, поднимай рот. Иди. Слушай, товарищ полковник. Слушайся. Зачем это? Поторапливайтесь. Что вы как сонные мухи? Ну, быстрее немножко. Рота, равняйсь! Смирно! Товарищ полковник, рота... Я вообще не понимаю, что ты говоришь. Можно громко сказать? Товарищ полковник, вот. Рота по вашему приказанию построена. Вольно. Вольно. Рота, слушай боевой приказ. Приказ номер 12-4-221. 1-2-2-2-9. В 0 часов 30 минут в День защитника Отечества провести марш-бросок на 15 километров. Что-то не нравится, боец? На 15 километров. С выходом на полигон... И рытьем траншей полного профиля. Полного профиля. Полного. Полного профиля. Марш-бросок и работы по устройству траншей производить средства химической защиты. Жди защитника. Будете в средствах химической защиты. Вот так вот. Ясно? Да шутка, ребята, шутка, вы что? Ну чё, видал? Вот сразу видно, что у людей праздник, да? Да. Видно? Видно. Вот это праздник. Хочется вернуться.